Всем здорово, GTA Long Night Zombie City продолжается. И вы мне, кстати, посоветовали, чтобы у меня каких-то проблем со стрельбой не было, вы мне посоветовали отключить широкий экран. Хорошо, я это сделаю. И... Но перекачивать мод я не буду, потому что мне там кидали люди перекачанный мод. Я... мод на перекачку. Мол, типа, лучше скачай эту версию, она более стабильная, но знаете что? Не хочу. Давайте пройдем уже на этом тогда, наверное. Итак. Да, кстати, надо было сразу широкий экран отключить, потому что явно лучше стало. У меня теперь персонаж, по крайней мере, не перед лицом показывается. Так, здесь, кстати, бронежилета уже больше нет. Хорошо. Итак, продолжаем с вами проходить. У нас уже 3 миссии позади, осталось еще 13. За сегодняшнюю серию, думаю, 4 миссии осилим где-то. Я сейчас занят, поговорим позже. Да блин, ты постоянно занят. Окей, давай поговорим позже. Так, можно поговорить с тобой. У меня кое-что было, зайди ко мне попозже. Да блин. Ладно, хорошо. Тут М-ка, да, должна быть? Да, смотри. Хорошая нычка. Так, вот тут у нас... Ой, стой, вот тут у нас задание есть. О, здорово. Чувак, я пришел, чтобы оттащить это дерьмо в полицию. Да. 2 недели назад полиция задержала 20 килограмм ямайской марихуаны. Трава, скорее всего, находится в комнате... чё? Короче, не знаю. Какая-то хрень. Окей, куча мусора, пицца там валяется. А, я так понимаю, мне надо лодку, да, брать? Ну, по-другому никак, судя по всему. Ну, окей, поплыли. Ну, это пока единственный способ, который я вижу. Погоди. Ага. А разве так раньше было? Погоди. А, ну да. Слушайте, что-то я в темноте вообще ничего не увидел, получается. Да, кстати, вы мне еще... Секундочку. Сейчас я заплыву. Ага. Вы мне еще советовали прописать чит-код на хорошую погоду, чтобы я не мучился, но... Давайте уж чисто по моду проходиться. Ничего страшного, я, если что, могу потерпеть. Так, мотоцикл есть, отлично. Ну, хоть что-то. ПСД-600. Так. Пошли отсюда зомби, которые умеют разговаривать. Нормально, неплохо, отлично. Отличный мод. Так, хорошо. Ну, погнали. Посмотрим, что там да как там. Что там да как там надо делать. Надо делать, надо сделать. Ух, ё-моё. Это, конечно, жестко. Да, меня сразу предупредили по поводу миссии номер 6 и миссии номер 8. Спасибо большое за то, что я не пройду там какую-то миссию с первого раза. Но я попробую. Так или иначе, я еще не самый последний нуб вообще в игровой индустрии. Так что я попробую. Во всяком случае, я умею вырезать худшие дубли, в отличие там от каких-нибудь других ютуберов. Так, хорошо. А, мы на месте, полицейский участок. Закрыто, тебе нужно что-то, чем можно ее открыть. Поищи в скобяной лавке. Скобяной, скобяной лавке. Это в смысле... Это... Какого? Магазин с инструментами ты имеешь в виду? Фе! Без проблем. Погнали. Так, окей, я так понимаю, единственный способ, пожалуй, перелетим, наверное, да? No resense! Так, а мне надо будет как, прям по-быстрому лутать или время-то будет у меня? Этот хаммер может пригодиться. Хаммер? Ну, то есть, ну да, молоток, я так и понял. Знаете, давайте, наверное, добежим до полицейского участка, потому что бежать немного... Но зомби, они просто не дают мне здесь прохода. Кстати, вы поставили уже Лукаса на видеоролик? Нет? Так, что вы ждете-то? Вы же хотите поддержать меня хоть как-то? Окей, отлично. Отличненько, твою мать! Зомби! А, они могут... О, вот оно что. Ох ты! Ох ты! Да начнется битва. Все. Да, ну конечно. Выглядите вы страшно. Они вообще убиваются или нет?
По-моему, они вообще не убиваются. Здесь? Найдена записка. Ну, читай. Зерон, если ты слышал, я и мои ребята отправляемся на маяк. Мы бы искали комнату дачи показаний, поэтому курехи нам хватит. Надеюсь, на скорую встречу. Или там не хватит, Донни. Я так понимаю, с первого раза эту записку нашел? Не стоит больше... Чё? Нет, походу не то. Ты нашел револьвер 38-го калибра. Воу, круто. Ты нашел патроны 38-го калибра. Хех. Так, а давайте посмотрим. Ты не нашел ничего полезного. Ой, как я люблю, когда на этом все строится, да? Так, это что такое? А, окей. Ты не нашел ничего полезного. Что? А что я тогда должен найти? Не, если бы меня был на маяк, я думаю, мне бы отметили, да? Ты нашел связку ключей. А что тут, кого-то можно освободить? Кэма Джонса? Лол. Здорово. Ну, Кэм Джонс. А... Ах ты собака. Убил? А, им пофиг, они не умирают. Так, а чё толку-то? Ну, да, я что-то попытался найти. О, броня, спасибо. Дубинка. Что-то у меня не ладится. Что-то у меня совсем не ладится. Тут я все сделал. Тут я все сделал. И тут я все сделал. И тут я все сделал. Может, уже выйти надо? А я не могу. В основном это было полное фуфло. Это вся миссия была или что? Как я и говорил, марихуану не отнесли в полицию. Погоди. А, загорание. Отправляйся на маяк и найди наркоту. А-а-а. Ну, я же говорю то, что это... На маяк надо было, да? Я просто... А, опять время потерял. Хорошо. Это была, получается, какая? Четвертая миссия, да? Сейчас уже идет пятая. И плюс я освободил Кэма и Джонса. Пошли вон. Единственный способ убить этих зомби — это задавить их, вы понимаете? Ну ладно. Итак, ребята, пятая миссия. Кстати, я забыл сохраниться, если что. Такие дела. Да, забыл я сохраниться. Ну, хорошо. Ничего страшного. Сейчас посмотрим, как там маяк. Не, на самом деле, я даже не помню, чтобы я в детстве в этот мод играл. В этот, Long Night Zombie City. Мне потому что говорили то, что... Блин! А, фак. Все. Капут. Миссия провалена, ты мертвый. Эх, бывает. Что за придурок? Так, это лишний повод, кстати, засейвиться для меня. Ничего страшного, ничего страшного. Я могу и перепройти, и еще раз до маяка доехать. Как я и говорил, марихуану не отнесли в полицию. Да давай уже, да, все. Так, а вот и маяк. Неплохой такой, да, телепорт сделал. Здесь, кстати, придется побежать, потому что не хочу рисковать полицейской тачкой. Пусть лучше она будет на месте. Шли вон отсюда, проклятые зомби. Мы, кстати, за кого играем? Это вообще Джетра, да? Это, ну да, это Джетра вроде бы. Или Дуэйн. Это Дуэйн, Дуэйн, наверное. Да, я их перепутал. Здорово, пацаны. Спасибо за армор. Он тут, кстати, бесконечный. Какого-то хрена. Так, ладно. В общем-то, вот мы и здесь. Ага. Это, я так понимаю, курево, да? А, здорово. Бля! 6 хп. Я выжил на 6 хп. Меня... Нихуя себе! Ты получил очки и нашел уцелевших. Черт, ты даже не представляешь, как я устал. Я еще и Кэма Джонса спас, прикиньте, и мне еще за это поинты дали. Какие-то там.
Так, давайте засейвимся еще раз. Оп, оп. То есть в этом моде надо еще выживших искать, серьезно? Надеюсь, в прачечной я не пропустил выживших никаких. Так. И я думаю, надо... Ну ладно. Ну что, следующее задание пойдем выполнять. Короче, народ, тут такое дело, я уже заебался проходить тут одну миссию с этим вертолетом обоссанным, потому что стрельбу в этой игре делали явно не люди, поэтому давайте проходить какую-нибудь другую миссию, а этой займемся в следующей части тогда. Давайте вот сюда сходим. О чем хочешь услышать, мой герой? Ну давай, свою историю. Белый конь. Вау. Где моя сестра? Она здесь, мило, действуй или проиграешь. И чё? Ого. Да, это жестко. Это твоя задача, сохранить это добро. Окей. Минус. Найдите девушку. Ого. Идите нахер, зомби, вот. О, понятно. Ну, поняли, да? А им пофиг, я по ним стреляю, им пофиг абсолютно. Ха, не, слышите, я, короче, по ним стреляю, им вообще насрать. То есть, первого я ваншотнул в голову. Ты меня слушаешь? Да слушаю, слушаю. Ну, давай еще раз. Давай, давай, давай. Все, пропустить. Пропустить. Нельзя пропустить. Окей, дубль 2, конечно. Ну давай, поприкалываемся. Нету, конечно, можно нычки с оружием поискать, да? Но я думаю, вы и сами понимаете это. Хорошо, давайте возьмем М-ку. Ага. Оп, оп, оп. Иди нахер, зомби! Да какого... О, господи. Так. И теперь... А-а-а. Охренеть. Он стреляет. Просто жесть. А, вижу. Ага. Убил. Готов. Готов. Давай возьмем ппшку эту. Но этого я не убью, как я уже понял. Ладно, не будем заострять на этом внимание. Тут надо за каждый угол аккуратно заглядывать. Отлично. Хотя бы дробовик ваншотит. Ну да. А можно еще скорострельнее дробовик ему сделать? Спасибо. Блин, капец. Так, видите, а там армора нигде не было внизу случайно? Ну, случайно. Нет. Окей. Вообще в этом банке есть нычка с армором, насколько я помню. А. Тут другая нычка. Так. Я не хочу тут сидеть. Спасибо. Так. Здесь игра не крашнется в очередной раз. О, вот главное, хпшка тут есть. А брони нету. Я понял, игра, я понял. Так, тут у нас чувак сидит, да? Да. Готов. Уже не сидит. Ты серьезно? Обалдеть. Ладно, так. Ага, еще один. Ага. Уу! 20 хп. Я, честно, не хочу прописывать чит-код аспирин, но по ходу с миссией с вертолетиком мне придется прописывать чит-код на эту скорость игры. Если он увидит, что вы вооружены, то, скорее всего, убьет девушку. Чё? Здорово. Киска. Я все равно сдох, понимаете? Эта игра на этом дерьме просто построена. Окей, я попробовал еще раз. Это, кстати, опять же первая попытка. И пока все идет неплохо. Ой, как хорошо проходить эту миссию, когда ты знаешь, где все будут.
Я даже армор, кстати, внизу брать не стал. Я просто в этом смысла не увидел. Да-да-да, есть он видит, что вы вооружены, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Короче, я понял, я мимо него такой. Оп! Ро! Здорово, петуч. Ро! Нужно нахрен выбираться из доджа. Доджа? Кого нахрен доджа? О, спасибо за спас 12. Хотя, я думаю, у него урон меньше, чем у дробовика, но все же. Так. О, тут зомби. Я понял. Обалдеть. Они просто прут и прут. И что с ними делать? Они так и будут сюда идти или... Пойду-ка я за патронами схожу. Ладно. Просто дробовик тогда возьмем. Ну что, погнали? Так. Я знаю, кто ты. Ты зомби обоссанный. Все? Идем, я взял ключи от бронированной машины. Взяла, наверное. Пройдите в студию. А, я так понимаю, приедете в студию. Вот это нормальная миссия. Вот это хорошая миссия. А не то дерьмо с вертолетом, которое я задолбался проходить. Ну там, знаете, там как попрет на самом деле. Потому что, когда едешь на заправку, там можно, по идее, пройти ее не стреляя, да? Это вот когда байкеры уже приедут, да, там придется стрелять, это 100%. Такие дела. Ну, по идее, все. Погнали в киностудию. Не, вот и вся миссия, понимаете? Вот эта миссия, она нормальная. Эта миссия, она клевая. Но не вертолетная, сразу вам говорю. Ну ладно. Ее я, наверное, буду проходить в следующий раз. Понимаете, просто миссия с вертолетиком из оригинальной Vice City, она нервно курит в сторонке по сравнению вот с той, которую вы увидите потом. Я сейчас лучше другое задание еще поищу у кого-нибудь. Так, остров креветок. Вот и киноакадемия. То есть киностудия. Все. Миссия выполнена, да? Он спас меня. Клево. Отличная история. Пойдемте еще у кого-нибудь задание найдем. Ну, у нее, наверное, нельзя уже, да, еще одно задание взять. Тебе говорила, что я диабетик? Что? Я скоро вернусь, обещаю. Ты приманка, чтобы от тебя был прок, держись поближе. Вы слишком удаляетесь от нее. Окей. Я просто должен приманивать зомби? Серьезно? Да я здесь гоняю, господи. Найс приманка, да? Найс миссия. Она там ищет таблетки от диабета и... А я просто гоняю, привлекаю зомби. Ну ладно, это лучше, чем миссия с вертолетом. А сколько я... Так, я ездить должен, кстати. Можно, кстати, зомби этих подавить, на самом деле. Слишком удаляетесь от нее. Но! Ха! Неплохо, да? Но я так понимаю, нет смысла, потому что... Они так и будут сюда приходить. Ой, с них еще и бабло падает, кстати. Да, нет смысла их давить, они так и будут приходить за мной. Да я здесь гоняю, в смысле я удаляюсь, я всегда тут гоняю. Я так понимаю, кстати, по инспрей я не могу заехать, ну это и так понятно. А в смысле он спас ее, но при этом мы опять в городе. Ну ладно, неважно. Ну, это последняя миссия на эту часть прохождения. Потому что на
Я забрала весь инсулин, который у них был, а также прихватила морфин. Какая женщина. Ты же знаешь, что инсулин не повредит? А, это вся миссия была, типа? Лол. Ладно, это была легкая миссия. Что, друзья, давайте пока на этом сделаем перерыв, чтобы записать эту короткую часть по GTA Vice City Long Night. Мне пришлось потратить около часа своего времени, может даже чуть больше. Но это правда, то есть миссия с вертолетом — это просто жесть. И увидимся в следующей части прохождения. С вами был Спектр, спасибо за внимание, всем пока. Ставьте лайк на видеоролик и чекайте информацию, если вам нужна какая-нибудь инфа.